На дорогах Куми продолжает расти количество аварий. С начала апреля госавтоинспекция зафиксировала 21 ДТП, в которых 6 человек погибли, 25 получили различные травмы. Чаще всего именно грубое нарушение правил становилось причиной жутких столкновений. В некоторых случаях особо отличились любители горячительных напитков. Поплатились за преступное поведение таких водителей ни в чем не повинные люди. Кадры с мест дорожных происшествий в материале Антона Булаева. Хотела сэкономить время, а вместо этого отправила себя и еще 4 участников дорожного движения на больничную койку. В Усть-Илымском районе выясняются обстоятельства аварии с участием сразу 3 автомобилей. Столкновение произошло вечером на 60-м километре трассы Сыктывкар-Ухта, неподалеку от поселка Студенец. Kia Rio при обгоне попутного автомобиля УАЗ Патриот выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомашиной Ford Focus под управлением мужчины 85-го года рождения. Далее автомашина УАЗ Патриот совершила столкновение с автомашиной Ford Focus. В результате ДТП пострадали водитель автомашины Kia, женщина 90-го года рождения, и 3 пассажира этой же автомашины. Травмы различной степени тяжести получил и водитель автомашины Ford. Неутешительные перспективы ждут 56-летнего водителя из Ухты. Перед тем, как сесть за руль, мужчина прилично принял на грудь, а затем сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Напротив дома 6 по улице Синякова совершил наезд на пешехода женщину 1970 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход 70 года рождения от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Ухтинской городской больницы. Пьяный водитель плохо ориентировался в обстановке. Как в таком состоянии он вообще мог управлять автомобилем, остается загадкой. По факту гибели человека в отношении предполагаемого виновника ДТП возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с 3-летним запретом садиться за руль. В Усинске страшная авария унесла сразу 4 жизни. Митсубиси, двигаясь по автомобильной дороге Усинск-головные сооружения, на 27-м километре автодороги не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В результате чего совершил столкновение с автомашиной «Урал» под управлением водителя, мужчины 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Митсубиси, а также 3 его пассажира 1979, 1981 и 1983 годов рождения скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кузов машины превратился в груду искореженного железа. Выжить в страшной аварии у пассажиров не было ни единого шанса. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор грузового автомобиля. На записи видно, пикап обгонял попутный КамАЗ. На скользкой дороге, ведущую заднюю ось внедорожника, занесло. Водитель пытался вернуть машину на свою полосу. Однако выровнять тяжелый рамный автомобиль и избежать столкновения ему не удалось. По факту аварии, в которой погибли сразу 4 человека, в полиции возбудили уголовное дело. Стражам порядка предстоит установить, что явилось причиной заноса. Ошибка водителя, грубое нарушение правил или недостатки улично-дорожной сети.